Вот самые элитные и престижные районы Москвы и Московской области. Да и всей России. Первый. Хамовники. Это старый, самый престижный район в Москве. Рядом Лужники, Монастырь, Парк Горького и Красная площадь. Второй бы я выделил Раменки. Западная часть Раменок, она вновь построенная. И там в основном дома бизнес-класса. Там все люди покупали дома за деньги и живет соответствующая аудитория. И этот район очень пользуется большим спросом у покупателей бизнес-класса. Вторая восточная часть Раменок – это исток реки Сетунь, там МГУ, парки и много зеленых зон. Третий – это Хорошово-Мневники. Весь этот район с трех сторон омывает Москва-река. И на ее берегах построены самые современные жилые комплексы с самым лучшим видом в Москве. Рядом парк Серебряный Бор – это отличный район для жизни. А какие, на ваш взгляд, престижные районы в Москве, в которых классно жить? Делитесь в комментариях.